За высокими заборами на Садовой красивые дома. Вот только высокие заборы оградили муниципальную землю незаконно. Хотя по большинству дворов можно судить, что сделано это основательно, на века. На собрание жильцов улицы пригласили специально в конце рабочего дня, чтобы смогли принять участие как можно больше людей. Будущая дорога – общая боль, но и общая забота. Вы должны подойти и узаконить эти земельные участки. То есть без предоставления земли мы вам, с вами можем заключить договор под благоустройство. То есть вы должны все благоустроить, посадить зелень, там, цветы, чтобы это было. Вот такие заборы, чтобы вы не выставляли. Вы не можете этого сделать, потому что эти участки будут без предоставления земли. То есть только для благоустройства. Все. А вот, если вы будете нарушать правила, которые мы пропишем в договоре, то мы вынуждены будем отнять у вас эти земельные участки. Поэтому, если вы согласны, пожалуйста, подходите в управление имущества и будем это оформлять. Первый заместитель главы города Анжелика Бузунова ответила на многочисленные вопросы о сроках начала работы, а это лето этого года, о том, что по улице предусмотрен тротуар. От жителей же поступило предложение до начала строительства дороги выкопать вдоль по улице арык. Вы долго терпели, спасибо за терпение, все это понятно. Но теперь в этом году мы будем строить эту дорогу с отводом сточных вод. Взять, закопать здесь эти деньги, а потом прийти сверху сделать ливнеотвод и дорогу, это как бы не совсем правильно. Обращаться так с бюджетными деньгами. Поэтому придется немножко еще подождать, и в этом году мы эту дорогу будем строить.